Всем здорово, с вами Ништярик, и сегодня продолжим проходить игру GTA San Andreas. Так, сначала выйдем из дома, и нам позвонили. Да, я таки добыл, ну, как бы мне, добился того, чтобы мне позвонили, чтобы получить карту-ключ от казино Калигула для дополнительного задания в УЗИ. Сначала пока что доедем до дома Милли. Там, кстати, чтобы она позвонила, я там посмотрел статистики, там достаточно 40% отношения с ней. Так, ну, естественно, я перемотал, чтобы долго не ждать. Заходим в дом. Такой вот у нее дом какой-то, как дьявольский, что ли. Странно немножко. Еще однокомнатный какой-то. Ну да ладно, это не важно. Карту взяли, теперь отправляемся в казино. Три дракона. Так, вот сейчас я уничтожил свою машину, я молодец, конечно. Так, хотел вот эту вот зеленую машину сейчас угнать, но увидел полицейского и решил не угонять. Ну вот, зато мотоцикл взял. Мотоцикл, ну, он гораздо быстрее, поэтому я доеду до казино. Четыре дракона быстрее. И начну миссию. Миссия будет называться «Взрыв на ГЭС». Так. Отправиться надо в аэропорт, взять самолет и прыгнуть парашютом на стену плотины. Да-да, я припоминаю эту миссию. Ну, я много какие миссии припоминаю, постоянно это говорю, но... Когда первый раз проходил эту миссию, я не мог понять, где это кольцо находится, через которое нужно было пролететь, чтобы спрыгнуть с самолета и приземлиться с помощью парашюта на плотину, получается, или как она там. Ну, потом попробовал полететь выше, и получилось таки. Правда, вот лететь выше трудновато, поскольку самолет потом начинает немножечко вниз спускаться, потом что надо снова выше взлетать. Ну, кто играл эту миссию, те поймут меня. Ну, а сейчас пока что отправляемся на то самое место, где нужно пролететь через то кольцо. Кстати, вот оно, уже видно кольцо. Оно близко, как бы, кажется, но чтобы долететь до него, нужно, ну, достаточно-таки попотеть. Ну, в буквальном смысле, конечно. Я тут долговато пытался пролететь через это кольцо. Ну да, не так просто это, конечно, оказалось. Ну, хотя, скорее как. Не то чтобы это было прям сложно, скорее долго. Тут еще из-за неба все плохо видно. Но все-таки удалось пролететь через это кольцо. И спрыгнуть с парашютом. Ну а самолет тем временем улетает куда-то и взрывается. Конечно, могли бы заставку эту не показывать. Понятное дело, что самолет сам дальше не полетит обратно в аэропорт. А, вон, там было видно взрыв самолета. Так, и вот теперь нужно приземлиться на то место. Рановато я достаточно-таки открыл парашют. Поторопился слишком, поэтому этот момент тоже придется немножечко ускорить. В принципе, если приземлиться на воду, вроде миссия не провалится, наверное. Не пробовал ни разу. Ну, мне кажется, просто доплывешь до той вот лестницы, и все, ничего трудного такого нету. Ну и тем временем уже приземляемся. Так, теперь нужно избавиться от охраны. Так, от первого я избавлюсь, пожалуй, из снайперской винтовочки. Так, вот. Ну, от другого, там, второй охранник, я, пожалуй, убью ножом вот этот вот, который лежит рядом с контейнером. Я его подобрал. Все. Сейчас надо просто подойти к нему и... Ну, нажать на кнопку прицела и кнопку атаки. Я раньше думал, что чтобы скрыто убить, вот сразу вот так вот, чтобы он не успел сопротивляться, начать, надо нажимать на букву F. А оказалось, просто на кнопку мыши. Ну, естественно, зажав вторую кнопку мыши для прицеливания. Ну, вот так вот убиваем охранника и отправляемся
на красный маркер, чтобы установить взрывчатку. Точнее, взрывчатки. Так, если находимся в тени, то видно на радаре, что белая точка становится синей. Сейчас снова стал белой. Это за счет того, что в тени находишься, для тех, кто вдруг не знает. Так. Блин, вот этого чувака я не хотел убивать, я думал, он... Ну, раз он не охранник, а работник, я думал, он атаковать меня не будет, а все-таки, как оказалось, атаковал. Ну, в общем-то, ладно, он не помеха, он всего лишь-то будет кулаками размахиваться, он не опасен. А вот охрана... Ну, охрана тоже не опасна, но у них уже огнестрельное оружие. Правда, пистолет только, ну да ладно, пофигу. Так, уже устанавливаем второй заряд из 5. Так, охрана, там еще где-то на радаре была красная точка с охраной. Да, это получается остался последний охранник здесь. Надо его добить. Так. Немножко промахнулся. Ну ладно, ему в принципе жить-то остался на один выстрел. Давай, вот он, все. Убиваем в голову с калаша. Закладываем заряд. Ну и отправляемся к последней вот этой штуке, чтобы установить последний заряд. Ну и все. Отправляемся на крышу, получается. Это, ну что-то вроде крыши. Ну и тем не менее, копы там начинают заставки приставать. Я заставку пропустил. Ну и вот. Миссия заканчивается, правда, с 2 звездами. Ну, а я на этом заканчиваю. С вами был Ништярик. Увидимся в новых видео.